сам видел проект, где там платные стоянки, гаражи, павильоны здесь будут, дома стоят. Это чтобы вы сразу не вышли так хором, им кислород не перекрыли, они решили таким образом потихонечку, потихонечку двигаться. Меня пригласили главе администрации нашего района Юркину Сергею Иосифовичу. Я высказал все ваши просьбы и сказал, что мы, жильцы, требуем вот прикрыть вот эту стройку. Если это не выполнится, как вот сейчас сказал, то мы будем вот сам выставлять туда, значит, выходить на эту трассу. Зачем? Они кругом, на каждом метре. Эти магазины, это уже... Уже дома смотрятся как курятники. А почему здесь не сделать парк? Красивый парк. Неужели деревья и цветы хуже, чем магазин? Мы пишем в нашу администрацию, затем администрацию Генции. И затем, если это все не поможет, то значит будем обращаться в администрацию президента. Одноэтажный маленький магазин 250 квадратов с благоустроенной территорией, с асфальтированными подъездами, с бордюрами, с пешеходными дорожками туда к жилому комплексу. То есть все будет сделано согласно проекту, предоставленному в администрацию. Какую-то ерунду говорят, вот есть я индивидуальный предприниматель, uh-huh. Грошев Алексей, мой товарищ, близкий друг, uh-huh. Он у меня работает вообще, uh-huh. юрист.